Всем привет! Сегодня получила свой заказ по каталогу «Апрель», и мы сейчас с вами распакуем мой заказ и посмотрим, что же там выгодного я заказала. Так, коробочка компактная. Это мой первый заказ, еще они будут, но вот пока самое такое необходимое, кто уже хотел заказать. Вот такого размера коробка. Значит, смотрим. Черное платье Little Black Dress, 100 миллилитров, сейчас по очень выгодной цене, 1500 с чем-то. Точно прям цену вам не скажу, а вот скажу, 1589, практически 1600, ну а со скидкой, так как я представитель платины 30%, он очень выгодно получается, это 100 миллилитров, считай как два флакона. А дальше у меня в заказе есть Attraction, 100 миллилитров, женский аромат, и мужской, они сейчас по акции 1959 рублей. Кстати, в женском аромате ежевика, мускус, амбра. Ну, очень притягательный, очень шлейфовый аромат. Ну, прекрасный, популярный очень, я бы сказала. Так. Ой, конечно же, новиночка нашего каталога. Аромат «Будь счастлив». Это нежнейший аромат. Я послушала пробник, это просто прекраснейший аромат. Нежный, такой весенний, летний, действительно, запах. Легкий, кто не любит тяжелые ароматы, это для вас. И сейчас у нас акция идет. Кстати, страничка в каталоге ароматизирована. А, еще скажу, это цветочно-фруктовый аромат, личи, кувшинка и янтарь. Цветочно-фруктовые ароматы вообще мои любимые. Вот именно вот эту кислиночку я очень люблю. И здесь какая идет акция? Если вы заказываете аромат, то за 1 рубль идет у нас, ой, из серии «Планета Спа» 2 средства. Крем для тела «Абсолютная гармония». Кстати, крема из Planet Spa очень классные. Они плотные, но они очень хорошо увлажняют кожу. Не жирный, просто плотный такой крем. Вы чуть-чуть его наносите, кожа уже как шелк. Он упакован. Распаковывать я не буду пока. Так, и масочка для лица с брусникой и кедром. Запах можно посмотреть. Масочка. Ну, такой свеженький прям аромат. Она такая прозрачная. Просто нет, это не пленочка. То есть она смывается, получается. Такая вот маленькая, не очень большая маска. 50 миллилитров. Ну, классный наборчик. За рубль к аромату вообще. Но выгодно. Я думаю, в следующем каталоге уже такой акции не будет. Это всегда у нас на новиночке. Пробничек мне положили, пробничек, духи. Эти духи сейчас очень популярны у нас стали. Там идет груша, мадагаскарская ваниль. Ну, такие сладенькие, шлейфовые. И сейчас они по акции, по-моему, 1219 вместе с мини-ароматом 10 мл. Очень выгодна акция. Из новиночек еще покажу мексиканские тропики. Такая серия у нас вышла. Кстати, сейчас гель для душ 500 миллилитров 219 рублей, 250 миллилитров 149 рублей минус скидка. Представьте, как выгодно, да? И качество все-таки. Вы идете покупать в магазин, вы же не знаете, но откуда этот товар, но стоит он гель для душа, кто его произвел, откуда это, где гарантия качества. А здесь вот она, гарантия, непосредственно поставка с завода. Нужно быть умными покупателями и покупать... Ой, Вейвен, какой же освежающий классный аромат. Супер. Прям всем советую новиночку попробовать. Вот он, кстати, 500 миллилитров. 219 рублей. Все вам говорю по ценам каталога. Еще один такой же. Дальше что у меня здесь? Это Персив до
14 апреля персив классический, голубенький, у нас идет по акции 799 рублей. После 14 апреля вы уже не закажете, поэтому успевайте. Сегодня у нас 11 апреля, вот осталось совсем чуть-чуть до конца акции. Ароматизированная тоже страничка, фрезия, груша, мускус. Это цветочно-восточный аромат. Он такой все-таки вот, некоторые говорят, что он свежий. Для меня персив, он сладковатый. И, ну, на самом деле, цветочно-восточный. Восточные они и есть сладкие ароматы. У меня, как всегда, в моей коробке все по акции. Самое выгодное предложение. Вот, кстати, аромат. Хотел пробничек на него заказать, но пробничка нет. Аромат лак. Он идет сейчас тоже 799 рублей, то есть на него 50% скидка. Хэппи. Это цветочный аромат малина, магнолия, мускус. А, кстати, здесь... Ну, если честно, как-то... А, я тру... А тут написано на странице 76. По акциям мои клиенты очень любят приобретать, вот, поэтому я всегда такие выгодные товары всегда заказываю. Какой-то для меня он даже какой-то пудровый. Ну, интересный, очень интересный. Здесь 30 миллилитров, 799 рублей. Но он как бы с такой хорошей категории дорогой, поэтому советую по выгодной цене брать. Дальше, что у меня здесь есть? А, у меня здесь даже два таких аромата. А, потом, у нас акция, кстати, сегодня на последний день, по 11 апреля, для всех представителей при заказе 2000 можно заказать по спеццене товары. Что я заказала? Я вот заказала как раз вот аромат нефритовый шелк. Это очень популярная водичка, она всем полюбилась. Из каталога она ушла как-то быстро, вот, но нам дали ее заказать. 450 рублей. А так, ну, как бы, по-моему, она была в распродаже, в 1200 она, по-моему, стоила. Вот за 450 рублей по спеццене я заказала такой аромат. И как представитель платины я заказала себе за баллы, по-моему, 15 либо 14 баллов лак аромат. Вот это очень классный аромат. Он в прошлом каталоге был по акции. Сейчас он 2000 в каталоге. У меня он, получается, по подарку идет. Здесь у нас... Сейчас вам состав прочитаю. Бергамот. Теплый сандал. Но они прям такие тоже для меня сладковатые, кисловатые. Но очень интересный аромат, такой неизбитый. И по мелочи еще, что у меня здесь. Еще у меня спрейчики, тоже из серии Тропики. Спрей для тела освежает, увлажняет. Сейчас спрейчики для тела 149 рублей, очень выгодно. Ну, цены, конечно, классные. Дальше тоник для лица. Тоник для лица, это всегда я пользуюсь тониками. Он именно после умывания протираете кожу и восстанавливает pH. И очень классно вот перед именно нанесением крема. То есть он заканчивает очищение, этот тоник. 149 рублей. Крема. Крема это здесь ночной, это из такой бюджетной серии кремочки для сухой кожи и ночной крем для лица. Они сейчас, по-моему, по 200 рублей. Да, потому что так они 239 стоили, по-моему, на них акцию сделали 200 рублей. Тоже очень выгодно получается. Но я сейчас не найду его в каталоге. Ну, каталог вы можете посмотреть у меня, как я всегда прикрепляю ссылочки. Можно посмотреть каталог, выбрать, что вам подходит, что вам интересно заказать, что интересно попробовать.
Все равно мы все ходим в магазин, да, что-то покупаем. Я считаю, что лучше покупать все-таки качественную продукцию со скидками, с подарками, чем просто пойти в магазин и отдать кому-то там деньги, чтобы люди заработали. А лучше заработайте сами своего заказа, экономьте свой семейный бюджет. Вот они, 199 рублей. Тут разные крема и антивозрастной есть, то есть прям очень классно. Потом пенка. Сейчас тоже повыгнать. Пенкой это я всегда пользуюсь, у меня ресницы нарощенные. И нужно именно пользоваться пенкой. Ну, маслами нельзя умываться. Нужно такой вот обезжиривающими средствами. Эта пеночка очень хорошо подходит именно для тех, у кого нарощенные ресницы. Вот. Но и, соответственно, всем, даже кто смывает макияж, когда я там крашу ресницы, например, да, когда я без нарощенных, это тоже. Она у меня универсальная, всегда я ей пользуюсь. Хочу тоже показать вам ее в каталоге. Она там сейчас, по-моему, 279 рублей. Я сразу себе заказала. У меня, кстати, моя пеночка уже заканчивается. Я ей буду пользоваться. Причем она идет как бы для комбинированной жирной кожи, матирования, но она не сушит кожу, чтобы вот вы умылись, и у вас все сухое. Нет, она, вы умылись, и все у вас отлично. Также пошли дальше там тоником, протерли лицо и намазали своим любимым кремом. Мне вложили пробнички нового аромата из серии Today. Цветочный аромат, миндальное молоко, цветы нероли, мускус. Интересно. Сейчас попробуем. Пробнички у нас, кстати, изменились. Раньше они были с палочкой. Сейчас, получается, вот палочки нет. Если честно, с палочкой, конечно, все-таки поудобнее, я бы сказала. Не пойму, что это. Кстати, вот тоже такой сладковато-кисловатый аромат. Ой, очень интересный. Очень-очень. Любовь, не знающая границ. Думаю, будет прям пользоваться спросом. Так. Здесь у меня еще. Мне прислали как бизнес-партнеру мини-каталоги. Мини-каталоги на май. Вот как раз презентации нового аромата. И, конечно же, здесь будет акция. Когда у нас выходит новый аромат, акция. Здесь, смотрите, будет за рубль наборчик из трех средств. Мини-аромат, спрей для волос и помада. Это очень выгодный набор. Сама вода 2,199 будет стоить 50 миллилитров. Так, мини-каталоги. И, конечно же, основной каталог. Что у нас тут? Ой, спрейчики, кстати, остаются по 149 рублей. Пена для ванн будет 419 тысячу миллилитров. О, и гели для душа. Ура, что нам в летний сезон дают по такой акции. Тоже будет 219 рублей. Потом я, конечно, полистаю, посмотрю этот каталог. А дальше мне прислали систему доход бизнес-партнера. С 1 апреля у нас изменяется маркетинг-план, и наши бизнес-партнеры будут получать еще больше. Также хочу пригласить вас ко мне в команду, кто хочет развиваться, кто хочет путешествовать, кто хочет поменять свою зону комфорта, да, и дополнительно заработать еще деньги. Это же классно, когда ты даришь красоту людям. И еще с этого зарабатываешь. Поэтому сейчас для новых бизнес-партнеров у нас гарантировано 74 тысячи рублей. А за каждого активного бизнес-партнера вы можете получить по 27 тысяч рублей за каждого. Поэтому, кому интересен дополнительный доход, развитие в сетевом бизнесе с компанией Avon, пожалуйста, пишите мне. Я вам все расскажу подробнее. Вот, брошюрочку, конечно, я посмотрю. На этой брошюрочке есть я, и это очень классно. Вот то, что меня выбрали, я попала на фотосессию с компанией Avon. И здесь все подробно написано про доход. Сейчас рассмотрим с вами дальше помады. Конечно же, помады. Мои любимые помады.
Они сейчас, во-первых, я хотела сказать, да, что они пользуются спросом, потому что помада действительно шикарная. И сейчас при покупке двух штук она стоит 349 рублей. Есть и матовая, и глянцевая. Раскроем с вами помады. Покажу вам цвета. Хотя я помню, они, кстати, в каком каталоге были по 249. Или ноябрь, или... Неудобно так. Тоже я в распаковке показывала. Вот цвет латте. Сейчас модный такой популярный оттенок. Нюдовый он как бы идет. Латте. Помада увлажняет, держится на губах. Она не супер стойкая, но она не растекается у вас по губам. Она, вы ее как нанесли, она держится. Ну, конечно, если вы там покушать, пообедать, нужно наносить заново, потому что это не супер стойкая помада. Вот, а так прям шикарная. У меня сейчас на мне помада идет из матовой серии. Сейчас я скажу. Нежно-розовый. Вот по коду 138-60-42. Вот я пальчиком здесь держу. На мне помада вот эта. Нежно-розовая. Очень ее люблю. Тоже, кстати, в последнее время пользовалась всегда вот помадкой. Постоянно забываю, какая у меня. Или нежный румянец, или... Нет, по-моему, весенняя нежность. Сегодня хотела ее нанести, но никак, в общем, куда-то я ее задевала. И одна из моих любимых помад еще вот такая, нежно-розовая. Но она идет просто поярче, чем та с гиалуроном. Так, смотрим дальше цвет. Так, это огненная любовь. Как бы он красный, но не совсем красный. Приглушенный, я бы сказала, красный. Но тоже очень интересно. Аромата практически в помаде нет. Некоторые вот помады есть, которые там сладко пахнут. Но это нет. Не ароматизированная. Так, дальше смотрим помадку. Цветущий розарий. Это тоже из красных оттеночков. Дальше смотрим. Помада у нас розовый нюд. Розовый нюд выглядит вот так. Кстати, вот мне кажется, она вот немножко как перламутровая, чуть-чуть есть. Не совсем, конечно, есть немного. У меня тут много оттенков. Все вам покажу. Так, а это что у меня за помадка здесь? А, вот она, кстати, помада. Я же даже удивилась. Смотрите, матовые помады в новом флаконе. У меня она в квадратном флаконе, они раньше были. Вот, это как раз моя нежно-розовая, которая сейчас у меня на губах. Выглядит так. Смотрите, матовая. Вот, один и тот же цвет. Вот, кстати, помада тоже. Вот, пока не появилась с гиалуроном помада, я пользовалась только такой. С гиалуроном она посветлее. Это более ярче. Я иногда вот такие яркие на дневной макияж не совсем люблю. Вот. А вот именно с гиалуроном она такая нежно-розовая. Я ее прям с утра всегда. Такая же помада нежно-розовый. Дальше идем. Зимняя роза оттенок. Toasted Rose. Смотрим. Угу. Дальше. Так, это у нас помада. Пряная гвоздика. Пряная гвоздика. Ой, тоже очень интересный. Такой нежно-розовый цвет.
тоже ближе к медовым оттенкам. Вот немножко есть такой ароматик, такой легкий. Дальше это прям светло-розовый, это нежно-розовый. Сейчас я вам ее тоже покажу. Так. Угу. Вот нежно-розовый. Светленькая. На губах она прям вот светленькая будет. Так, а это сиреневый-розовый. Вот кто любит сирень. Они, кстати, хорошо. Вот они. Вот немножко здесь у меня все равно свет не такой, чтобы вот показать. Она более вот посветлее. Здесь как-то на камере кажется, вот там они потемнее. Так. Сейчас мы еще посмотрим дальше оттенки из розовых. Калифорнийские грезы. Оттенок вот такой из розовых, ярко-розовых, ближе розово-красный. Дальше оттеночек. Так, это какая у меня? Frozen Rose. Ой, это я долго сейчас буду вам искать, но в общем, давайте смотреть. Осталось у меня две помады. Вот такой оттенок. Что я хочу сказать по помадам, что все-таки советую, покупайте, действительно, цена-качество, 350 рублей, я считаю, это очень хорошо. И вот этот вот нюдовый оттенок такой, кто хочет натуральности, он прям такой нежненький на губах, блаш нуд. Ой, все вам показала, здесь у меня еще пробники помадок мне прислали. Вот. Вот она моя распаковочка за каталог апрель. А сейчас у нас помада. Сейчас у нас в апреле идет классная акция для новичков. При заказе от 2500 скидка 25%, бесплатная доставка. С этим же заказом подарок аромат Incandescence 30 мл. И еще дальше... У вас будут идти шаги с ароматами, с кремами, с помадами. И практически около 10 тысяч рублей может получить новичок подарков. Поэтому будьте умными покупателями. Пишите мне, я вам оформлю покупательскую скидку, да, зарегистрирую вас. А если вам интересен дополнительный доход, вы можете либо стать представителем, показывать каталог и зарабатывать на продажах, либо присоединиться также в ряды бизнес-партнеров и зарабатывать больше. Всем хорошего дня. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.